Здравствуйте, Вести Хакасия на телеканале «Россия», в студии Елена Крылова. И коротко о главном к этому часу. Уборочная в режиме ЧС. Аграрии Хакасии не успевают собрать урожай. Справиться с сюрпризами погоды сил не хватило. Номер за час. Вступают в силу новые нормы для автомобилистов. А всем ли они нравятся? Нашей не будет. Конкурс «Россия-10» завершен. Саяна Шушенская ГЭС осталась проигравших. В аварии под Минусинском погибли 4 человека. ДТП произошло накануне днем на трассе Минусинск-Троицкая. Столкнулись два авто марки «Жигули». Машина, в которой ехал 24-летний молодой человек и 30-летний мужчина, вылетела на соседнюю полосу. По предварительной версии следователей, таким способом молодой водитель решил срезать поворот, несмотря на сплошную разделительную линию. В этот момент в автомобиль врезались другие встречные «Жигули». В салоне находилась семья, 43-летний мужчина, его супруга и 16-летняя дочь направлялись в село Городок. Только девушке удалось выжить. С многочисленными ушибами, переломами ее госпитализировали в больницу Минусинска. В городском отделе ГАИ рассказали, что за последний год водители обоих авто не привлекались за нарушение правил движения. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства аварии. Мы проверили всем машины участников, то есть они не были оборудованы видеорегистраторами. На месте ДТП тормозных путей нету и, к сожалению, нет очевидцев. Сейчас будем через СМЕТы все тоже устанавливать. С таким количеством погибших и один пострадавший, это, в принципе, за последние 5 лет это первый случай. То есть мы посмотрели статистику, давно таких дорожно-транспортных происшествий в Минусинске и в районе не было. На федеральном и региональном уровнях должны формироваться долгосрочные бюджетные стратегии со сроком не менее 12 лет. Такое решение озвучено в ходе заседания Госсовета под председательством президента России Владимира Путина. На совещании, которое прошло в Кремле в минувшую пятницу, обсуждался и ряд других проблемных тем. Все подробности у Анны Ахпашевой. Подумать на 10 лет вперед, предложил главам регионов президент страны. Первая долгосрочная бюджетная стратегия будет разработана уже до конца этого года. Кстати, федеральный бюджет будущего 2014-го уже верстается по этому принципу. Эффективность его исполнения во многом зависит от того, насколько быстро на новые рельсы встанут регионы России. Задача сделать это как можно скорее поставлена перед главами субъектов. Главная цель всей работы – повысить эффективность бюджетных расходов. Сегодня абсолютно точно был конкретно дан сигнал президентам, правительствам, именно главам регионов. Оглянитесь тоже у себя и не смотрите, чьи это полномочия, федеральные или региональные, или же муниципальные полномочия. Контроль, не контроль, а эффективность как раз служб работает. Это тоже как раз и есть эффективность расходования бюджетных средств. Особое внимание, по мнению политиков, нужно уделить налоговым льготам, которые также являются одним из источников финансового обеспечения программ. По сути, налоговые льготы – это налоговые расходы бюджетов. Необходимо оценить их влияние на экономику и оптимизировать для достижения конкретных целей. К примеру, в Хакасии предприниматели уже получили ряд льгот от власти. Однако денег от крупного бизнеса после этого больше не стало. Глава Хакасии настаивает, что регионам нужно больше правды влияния и регулирования этих процессов. Еще один вопрос, который был поднят в рамках работы с налоговым сектором – борьба с так называемыми серыми зарплатами. Необходимо ужесточить наказание, вплоть до уголовного. За эффективным уходом от налога стоит, я считаю, предательство своей малой территории. Это кто уроженец этой земли, а те корпорации, которые просто не видят эти земли и не чувствуют ее. Я считаю, это должна быть тоже уголовная ответственность. Иначе мы там никогда не выйдем из этого порочного круга. Кстати, вопросы взаимодействия региональных и федеральных бюджетов, а также эффективность работы налоговой службы, руководители регионов Сибири обсудят еще раз в ближайшее время на заседании Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Режим ЧС объявлен в Орджоникидзевском районе Хакасии из-за срыва уборочной. В этом году сельхозкультуры созрели на 3-4 недели позже, чем обычно. Из-за дождей работы по уборке урожая затянулись, а между тем Орджоникидзевский район в сельхозплане один из самых важных для республики. Там расположена 1/5 посевной площади Хакасии. Объявив временный режим чрезвычайной ситуации, это то, что они имеют право привлекать дополнительные ресурсы, как технику, так и людей, на уборочную кампанию. Из-за дождей на сегодняшнее число убрано всего лишь 30% от
пассивной площади зерновых культур, это, естественно, цифра, которая говорит лишь об одном, что темпы уборочной кампании замедляются. Добавим, что другие территории пока справляются с уборкой своими силами. В общей сложности в республике сегодня обработано 42% зерновых. В Хакасии с 15 октября, как, впрочем, и по всей стране, вступит в силу новый закон о постановке на учет в ГИБДД. Согласно норме, регистрировать машину можно в любом регионе, независимо от прописки, а еще после продажи авто, владелец вправе сохранить старый госномер. При всем при этом, время процесса регистрации должно сократиться в 3 раза. Константин Кравцов выяснил, что не все автомобилисты Хакасии рады новым удобствам. Понедельник, полдень в Абаканском МРЭО. Картина привычная. Десятки автомобилистов терпеливо томятся в очереди. Многие из них пришли ранним утром, чтобы оформить документы. Когда человек торопится, да, тогда нервничаешь. Потому что у меня дома маленький ребенок, пришла, народу много. Конечно, это напрягает. Чем быстрее, тем лучше. Быстрее свободное время, как бы дорого. Новые правила регистрации авто призваны, если уж не праздником стать, так хотя бы значительно сэкономить время и нервы водителей. Оформление станет короче аж в 3 раза. Процедура регистрации по-новому должна занять не больше часа. Итак, 15 минут в очереди. Прием документов, запросы и проверка сведений оператор должен успеть за 20 минут. Еще 20 на осмотр самого автомобиля, плюс 10 минут, чтобы вынести решение. Оставшиеся 10 минут оформления регистрации. И вот, долгожданные номера у вас в руках. Впрочем, почему долгожданные? Прошел всего лишь час. Такая скорость в расчете на оптимизацию. Бумаг оформлять придется меньше. Остается одно основание для снятия с учета, это когда автомобиль убывает за пределы Российской Федерации. В остальных случаях идет процедура изменения регистрационных данных о собственнике в данном случае. И при этом не требуется получать транзитные номера. То есть машину можно продавать с установленными знаками, а в ГИБДД покупателю достаточно принести лишь договор купли-продажи. Впрочем, как раз этот факт вызывает опасения у некоторых автомобилистов. Купили машину вот в Москве, да? Приехали сюда ее ставить на учет на этих номерах, на московских. В ГАИ зашли, а они говорят, она в аресте. И все. И что, ты опять поедешь в Москву? Еще один повод для беспокойств, но уже самих продавцов. Что, если покупатель в отведенные 10 дней не оформит машину на себя, станет, например, виновником аварии? Тут разбирательства не обойдут и прежнего владельца. Чтобы не было конфликтных ситуаций, почему мне пришло по почте уведомление о наличии штрафа и так далее, брать обязательно копию договора купли-продажи транспортного средства тому, кто продает. Для того, чтобы, если вдруг такая конфликтная ситуация произошла, вы с этим договором к нам обращаетесь, и мы прекращаем регистрацию. Впрочем, оставить себе старый номер продавец может, написав заявление в ГИБДД. Ну а то, чему действительно обрадовались многие, оформлять машину можно в любом регионе, несмотря на прописку. Это вообще класс, нормально, лучше так делали бы. В любом регионе все равно же адрес остается, где живешь. Это хорошо сделано вообще. К слову, на учет автомобиль встанет по адресу в паспорте, так что от транспортного налога не сбежать. Насколько все же нововведения окажутся удобными на деле, станет понятно с 15 октября. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия. Матрос из Хакасии выпал за борт корабля в Приморье. Об этом сегодня сообщили наши коллеги из ГТРК «Приморье». Игорь Шмидт – уроженец деревни Бейбулук в Багратском районе. В армии он служил 3-й месяц. Во время швартовки большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» в бухте Конюшково вблизи города Фокино молодой человек упал с палубы. Пока найти его тело не удалось, следователи рассматривают несколько причин произошедшего, включая и криминальную. Однако основной является личная неосторожность. В Приморье уже находятся родители Игоря Шмидта. Поиски пропавшего матроса продолжаются. В одном из скверов Абакана сегодня начало жизнь дерево добра. Группа родителей посадила молодой дуб в память о погибших в последние годы детях. Артем Карлышев, Аким Чебодаев, Олег Благодатских, Иван Шутов и другие. Имена этих парней часто звучат в местных СМИ. Родители каждого уверены, их убили, но дела до сих пор не раскрыты следователями. В память о детях родители провели нестандартную акцию. Посадили молодой дуб. К слову, так же, как и найти ответы на вопросы, посадить растение им удалось не сразу. Помешал старый корень в земле. Один из инициаторов акции – лидер общественной организации Максим Романенко. Это дерево, где их души будут жить в этом дереве.
И родители могут прийти спокойно и вспомнить о своем сыне, о своей дочери. И также заботиться о этом дереве, чтобы оно росло дальше, крепло. И также крепли силы родителей, чтобы дальше продолжали жить. Сирота из Ширинского района может остаться на улице из-за незнания законов. Молодого человека воспитывала бабушка, а чиновники почему-то не напомнили вовремя, что в будущем он имеет право на квартиру от государства. Когда семье это стало известно, время для получения льготы практически ушло. Наталья Гармашова продолжит тему. Иван сирота, с детства с сестрой росли у бабушки, которая была официальным опекуном. Сейчас Иван женат, но вместе с супругой и двумя малышами вынужден жить с родственниками. Бабушка говорит, пока растила внуков, приходилось днями напролет работать. Потому времени не было вчитываться в законы. Местные власти не напомнили о том, что детям полагается жилье от государства. Мне тоже, знаешь, как бабушке, тоже обидно же. У них ни отца, ни матери нету. Я их молодец вырастила. Мне тоже же обидно же. Когда Иван учился в училище, ему подсказали, парень вправе получить квартиру. Не теряя времени, молодой человек начал собирать документы. Начали там документы терять, вот эти. А потом последний раз пришли, и у нас, ну, у меня и у сестры. У сестры вообще нету бумажек, а у меня там все в пыли были. Вот. И начали там, сказали в прокуратуру, идите, мы пошли, сообщили в прокуратуру. И сразу все документы нашлись, и вот, и начали судиться. Третье заседание уже прошло. Но вот было последнее 6 августа. И нам отказали не только одному мужу, Ване, но еще и вот 5 человек нас там было, и всем отказали. Ну, как бы, получается, не отказали, а отложили подальше. А куда еще дальше, я понять не могу. По словам девушки, жилье супругу обещали выдать еще в начале сентября. Ждали с нетерпением, но ничего не вышло. Иван и Виктория согласны на любую квартиру. Говорят, конечно, хотелось бы в райцентре. Здесь нету ни детского сада, ни школы до 4 класса. У нас ребенок очень активный. И вот желательно бы ходить в садик, ему сейчас надо. А как? Ни машины, ничего такого нету. А для Ивана сейчас важно устроиться на работу. Молодой человек – строитель по образованию. В Марчелгаше найти работу по профессии нереально, так что пока приходится стоять на учете в службе занятости, перебиваться случайными заработками и рассчитывать на детское пособие. Иван опасается, что когда ему исполнится 23 года, а эта годовщина стремительно приближается, он уже не сможет рассчитывать на жилье. Тогда все планы вмиг рухнут. В отделе опеки Ширинского района нам пояснили, поводов для волнения нет. В Шира для Ивана уже подготовлена благоустроенная квартира. Она находится в собственности муниципалитета. В ближайшее время будут оформлены все документы и жилье передадут в пользование молодой семье на условиях социального найма. Наталья Гармашова, Наталья Табакова, Михаил Окунев, Вести Хакасия. Мы продолжаем отслеживать историю бездомного пса, которого подобрали активисты Общества защиты животных «Зоозабота». Напомним, у Грея сломаны обе задние лапы. В Абакане ветеринары сделали собаке операцию, но неудачно. Началось воспаление. Теперь ошибку могут исправить только в Красноярске, иначе псу придется отнять одну заднюю лапу, а вторая у него не двигается. Сегодня мы связались с обществом. К этому моменту удалось собрать 20 тысяч рублей, осталось еще 10. Телефон, на который можно перечислять деньги, сейчас на ваших экранах. Пополнять счет можно в терминалах, как обычно, баланс телефона. Активисты планируют отвезти Грея в Красноярск в эту среду. Театр «Кукол. Сказка» открыл 35-й творческий сезон по традиции представлением на крыше, после которого для ребятишек сказочники показали спектакль «Кот и лиса». О том, каким будет этот год для одного из самых известных в стране и мире кукольных театров, Юлия Константинова. Здравствуйте, уважаемая публика! Мы очень рады видеть вас! Каждый год в начале сезона с крыши театра «Сказка» звучат слова приветствия. Не только тех, кто приходит на спектакли, но и всех, кто любит сказки, верит в чудо. Традиция замечательная. Настоящий праздник для горожан и гостей. Соня Гапончик старается участвовать в нем каждый год. Хорошо вообще придумали с шариками детям, это очень понравилось. Но я сюда прихожу с самого детства, тут классные сказки. Потом у меня есть еще маленький брат, и он тоже ходит уже давно сюда. Афиша насыщенная, тем более в этом сезоне, 35-м, юбилейном для сказки. Поэтому еще до его начала состоялась премьера комедии для взрослых «Лемур-Тужур» по рассказам Лескова. Сейчас идут репетиции хакасского спектакля музыкально-хореографического «Без слов». Готовятся и новогодние представления. С января мы приступаем к работе над спектаклем «Шерлок Холмс».
Чем интересен этот спектакль? Тем, что в него вошли новеллы, которые не вошли в фильм. То есть это для нашего зрителя новое. Премьера постановки для семейного просмотра «Кусочек неба в пироге» запланирована в марте. И, конечно же, станет событием фестиваль театров кукол «Черчаян», к которому сказочники начали подготовку уже сейчас. Юлия Константинова, Владислав Кустовой, 200 Хакасия. Конкурс «Россия-10» завершен. Наша достопримечательность, Сена Шушинская ГЭС, в число победителей не вошла. Гордость Хакасии выбыла из борьбы перед финальным туром. Всего по итогам конкурса голосование определило 10 победителей. Первых из них не выделяют. На сайте они расположены в случайном порядке. Среди них из Сибири только озеро Байкал. Также в десятке Петергоф, Нижегородский Кремль и скульптура «Родина-мать зовет» в Волгограде. Все достопримечательности будут изготовлены в миниатюре и размещены в ландшафтном парке России, который будет разбит недалеко от Домодедово. Хакасия в выходные принимала сильнейших вольников страны, столицы республики, в спорткомплексе «Абакан». В 11-й раз стартовал всероссийский турнир по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта России, призера Олимпийских игр в Сеуле Сергея Карамчакова. В разных весовых категориях за победу боролись в общей сложности 140 спортсменов из 5 субъектов страны. Все юноши в возрасте от 18 лет и старше. По регламенту состязаний каждый участник турнира должен был иметь звание не ниже кандидата в мастера спорта. Победителю же соревнований присваивали мастера спорта по вольной борьбе. Кстати, Хакасия по количеству завоеванных наград по результатам встреч вышла на первое место. За последние несколько лет вроде это стало намечаться улучшение. В Хакасии появились ряд молодых спортсменов, вот, которые почти сейчас вот Медведев почти призером стал страны. Вот. Но самое главное, их надо удержать, чтобы они не потерялись. В трех весовых категориях золотые медали вручили Алексею Медведеву, Василию Виталию Толмачевым. В общекомандном зачете второе и третье места поделили кемеровчане и красноярцы. И на этом у меня все. Берегите себя.